Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня мы будем тестировать с вами новинку из каталога номер 2 компании Oriflame. Это многофункциональный тональный АЗ-крем для лица. У него аж 10 функций, то есть он 10 в одном. И как написано в каталоге, то что одним взмахом, одним прикосновением он решает 10 задач. Давайте посмотрим, как же он это будет делать. У меня оттенок самый светлый. И я буду на одной половинке лица использовать базу под макияж The One, а сверху уже тональный крем, а на другой стороне только тональный крем. Итак, поехали. Беру базу. Мне нужна буквально одна капелька. Я ее на пальчик просто наношу. Сейчас уже мало осталось. О, вот такой капельки даже мне обычно хватает на все лицо. Но сегодня будем делать только на одной половинке. Например, ну давайте на этой, раз я на ней показывала. На ней будем делать. И я прям могу пальчиками наносить. Могу кисточкой. Как вам удобно. Мне, например, вот пальчиками вообще очень комфортно. Все, нанесла. Я люблю эту базу под тон, она просто классная. И пока она впитывается, я на второй половинке лица начну испытывать наш крем. Наношу вот небольшое количество на руку и кисточкой начинаю распределять по коже. Все просто. Я использую такую набивную упругую кисть. Мне очень нравится. Набираю чуть-чуть средства. И начинаю наносить на лицо. А вы наблюдаете за изменениями, которые будут происходить. Крем такой достаточно плотный. Попробую еще пальчиком ощущения какие будут. Можно и спонжиками наносить, кистями, пальчиками. Просто кистью мне нравится, она так тонко распределяет всегда крем. Давайте посмотрим, как он справится с моими двумя вот этими пигментными пятнышками. Вот это самое интересное. Потому что в целом у меня кожа, ну так, неплохая, конечно. Но они все равно просвечивают. То есть полностью мне их может закрыть только маскирующее средство. Вот сейчас на зиму светлый тон мне просто идеально. У меня кожа очень светлая, поэтому прям хорошо. Ну что, давайте сравнивать. Как вам со стороны? Ну, конечно, заметно кожа стала ровнее. Такой цвет холеный. Она не липкая абсолютно, и я не вижу блеска. То есть даже я переживала, что нужно будет пудры припудривать. Никакого блеска абсолютно нет. То есть она такая, ну, могу сказать, невесомая, хотя достаточно плотная по сравнению со всеми нашими основами, которые я практически, мне кажется, я все перепробовала. Нет такой основы, которую я не пробовала. Она такая достаточно плотненькая. Но в целом все хорошо. Так, пробуем на второй половинке. Здесь у нас будет по праймеру идти. Тоже небольшую каплю беру. По праймеру обычно вообще расход еще меньше тонального средства. И ложится всегда еще лучше. Так, у меня быстро капля так закончилась. Еще чуть-чуть добавляю. Не хватило на лоб. Все, лоб нужно сделать. Вы заметили, что я тон наношу также по массажным линиям, как и все кремы, тоники. Умываемся, мы все делаем по массажным линиям и также крем. Так, ну что, немножечко надо подождать.
чтобы он впитался. По-моему, и там результат отличный. Все хорошо, мне нравится. Ровная кожица, нежная, защищенная. Мне очень понравилось, что здесь фильтр SPF 30. Это очень хороший, высокий солнцезащитный фактор. Ну, буду теперь с новым тоном, буду его тестировать. Мне обычно нужно несколько дней, чтобы понять окончательно, нравится мне или не нравится. Но тут вот с первого раза понятно, что вот тон лег хорошо и очень комфортно. Самое главное, что ничего не блестит, нигде не чувствую стянутости. То есть все комфортно, все хорошо, можно продолжать делать мейк. Спасибо за внимание. Рекомендую новое средство, попробуйте и пишите свои отзывы и вопросы в комментариях под видео. А если вопросов нет, просто ставьте лайк. До новых встреч, пока-пока! GoPro Stop Video!